Всем привет на канал Тракторист Ливью ТВ. Сегодня 29 декабря 2020 года. Ремонт моего трактора. Снял помпу. Она течет с октября. Сейчас ее покажу. Снял диффузор. И в эту сторону снимаю. Вот разобрал старую помпу. Она не знаю какого производства. Ну, дешевая. 300 лей. Цену указываю на экране. Она отслужила почти 4 года. Может больше. Точно не помню. Вот проблема. Подшипники. Началась отсеки. Причина — нету смазки. Нету того, что соответствует. Вот фибра, я вытаскиваю ее с плосколубцами, помял. Она течет. Снял патрубок. Здесь вода наделывает дыру. Текло вода здесь. Ну и здесь видно, как съедает вода. Здесь стоит стопорное кольцо. Крыльчатка пластиковая. Здесь написано ТЗ-80. Вот здесь смазка вся побежала и работала без смазки. Вот здесь имеет шат. Где садится подшипник? Первый. Там все хорошо, но здесь не видно. Вот. Поэтому купил новую помпу, китайскую. В магазине так сказали. Китай. 390 лей. Такая помпа по сравнению с этой, вот как выглядит. Буду снимать шкив и добавлять сюда солидол. Вот купили нижний патрубок. В комплекте с помпой идут прокладки. Самый дешевый. И взял белый герметик. И купил новый патрубок. 140 лей. Конечно, качество зашкаливает.
29 декабря 2020 года. Срок помпы будем использовать. Двигатель.